концепции. Концепция ваша, болевой. Жене, удушающе. Он стоит в ногу, удержание. Денег мы темнее поедем. Чтобы никто не видел. Да. Вдруг это не проводим дальше. Я там Денис рядом. Держать Денис. Ноги сбросить. Лив, ноги просто сбросить. Вот твоя рука. Ноги сбрось сюда, и все рядом ляжет, уже почти ничего не делает. Руку ближний Андрюха держит. Просто руку. Зачем душить руку? Смотри. Встали, заправились. Еще раз напоминаю новые правила. Регулярную. Значит так. Вы заправились, вышли бой. С кем развязался пояс, вы опять одели его, опять одели. Второй раз поясом проблемы. Шида. Третий раз шида и ларивидери. И у девочек есть. И у девочек, и у мальчиков. У девочек ли прищетка? Значит, волосы надо делать так, чтобы это не развязывалось. А то по 20 раз завязывается это. В главном скоре особенно. Ну это нормально, я бы тоже так делал. Я стараюсь, фактор попал, раз пояс развязал. У меня есть пояс, который быстро развязывает. Все, я отдыхаю. Да. Я тоже. Вам помочь кто-то? Ну вот, я хотел прием показать, а не... Так, приготовились. Да, Сергей Анатольевич, я бы стойкими буду бороться. Бороться не надо. Приготовились, встали. Чего ты сюда? Валя, вперед, что ты теперь смотришь? Следующее, нет. Партеры. Иди сюда, Андрей, высокий партер. Где Андрюха? Эй, борцы, смотрим. Значит, еще раз, отсюда. Одно время очень был популярный, удушающий. А я его и дернул. Значит, отсюда рука. Захватывает кимоно снизу. Отсюда, видите, да? Вторая рука. Идет отсюда. Дальше. Ставлю ногу, переворачиваю. Раз. И отсюда я перехожу на удушающий. И удержание. Еще раз, Андрюха. Подойди ко мне сюда, встань. Встань. Отклонись. Посмотрите внимательно. Вот рука. Под мышку. Вот. А эта рука снаружи, отсюда. Оп, вот удушающий. Еще раз, отсюда. Дальше, чуть приподнимаю, ставлю ногу и переворачиваю. Первый номер, удушающий. Один. Нет, еще раз. Подвинься вот сюда, вот так, да. Лидер, сюда подвинься. Так. Семена колени.
Женой. Или удержали, или болели. И все.
сказали, что... А я тихонечко, я же знаю, что может быть, я же... И они меня начинают душить, я... Полчаса, пять человек дернул и ушел. Куда мне, извините, у меня работа. Особенно этих кавказцев, грузинов, блин. И все. Они там потом в этот Витя вложили. Сергей Анатольевич, блин, они там успокоиться не могут. Ждут вас. А вот теперь я уже не приду. Так, боремся. Еще раз, смотрите. Первый защищается. Вот у меня мысль, знаете, какая? Мне очень хорошая мысль. Вот есть удушающий вот этот ногами. Вот не могу найти защиту, вернее, попался, как уйти так, чтобы ты еще выигрыш был? Никак. Ну как? Что-то должно быть. Может, думал, ногу в задницу? Палец. Палец в ногу. Может быть, кулак. Может, когда палец, это некрасиво. Может, кулак. Вот надо будет разбаться. Так, приготовили речь. Первый, смотрите, первый, у вас есть переворот с захватом двух рук, обратный, удушающий. Приготовились? Первый нападает. Приготовились? Эй, пацаны, у вас сегодня 4 урока. Что вы кинете? У нас 5. И первое не было. Первого не было. Только мы спали, блин. Паша, первый нападает, второй защищается. Паша, боремся. А луптаемся. Ну. Один защищается, атакант, один. Паша, один защищается. Стоп! Не двигаться! Не двигаться. Так, вот эта пара не двигается. Еще раз, посмотрите внимательно. Если я увижу еще раз в таком положении... Эй! Вот не знаю. Если я увижу в таком положении, я буду ходить и тыкать. Бить, пожорбить, как хотите. Ты не должен так лежать. Если лежишь на животе, ты должен на бочок чуть-чуть развернуться. Так тебе дурачок какой-нибудь сядет на тебя, потянет, говорит, эй, ты спину сломает. Я не говорю про него, но ты знаешь, как это смотрится? Очень неприятно. Я знаю, что в Евроспорте есть там такая штучка, когда они в борт толкают, или, например, он едет, слава, падает, там крутится, говорит, а, как красиво. Пацаны, вы не пробовали никогда падать? Нет. Я просто пробовал таких людей лечить. Строители, которые кран вот этот высокий, плиты примерзли, он стал поднимать кран. Вот он приходил ко мне, я его восстанавливал. Другой, ему бревно упало на кисть, я отсекал кисть. На свой мы поехали, все, мы дома зажили. Ему пришили, рука настала короче. Я с ним полгода, я руку тоже разрабатывал. И массаж разрабатывал, кроме санаторий строитель. У меня другой, а я с лечебной физкультурой массаж. Потом, там же как? Делают. Это не так, как сейчас строят. Там железобетонные плиты ночью кран ставят и захватывают просто один этаж, захватывают вот уголки, захватывают и захватывают. Утром приходит бригада, и она начинает все проваривать, потому что не ночью, а днем проваривать. И вот он зашел, был сильный ветер, на него эта плита, он внутри стоит, на него плита падает. А там есть так, окно и дверь. Но это место, оно как бы пустое, но там пробовка. И вот у него здесь перелом, здесь перелом, здесь перелом. Так он что? Остался же, плита упала, но он попал в проем. Но там проволока. Вот такие. Есть, которые за пивом ходили и прыгали, значит. Вдвоем прыгнули на пушку щебня и поломали одну и ту же руку. На что приходили? На что приходили? Ну, камелки камень. Щебенка. Щебенка, да. Они как, там стоял мастер, они не могли выйти в подъезд. Они так со второго этажа, прыг, оп, и оба. Оба правую руку сломали. Вот такие были. А радикулечка в сторону. Вот он работает, работает, наклоняется, спина. Продуло, все, ходить, стоять ничего не может. То есть, у меня тоже методики для этого были. Другой пассив.
сидел на каменной плите, жопа. Нерв там есть травматический. Травма это когда позвонок уходит вправо, влево или диск уходит. А есть наоборот, а есть воспалительный процесс. Вот тот, когда воспаление, он ничего не может делать. Вот так вот ходит вот так вот. Пока воспаление не снимется. А после нужно опять разрабатывать. Очень много. Очень, строитель это профессия, где очень много травм. Что-то упало, где-то упал, кирпич на ногу упал, свалился друг на друга, еще что-нибудь. Так. А где это было? На Ботанике. Ага. Там трудовые резервы. Выше, там санаторий строитель. Угу. Вот я там работал 6 лет. И там после обеда, ну, ребята, что вам сказать? Во-первых, это чуть ли не бесплатно. Давали путевки бесплатно. Я вел там детский заезд. То есть летом приходили дети, строители, они лечились пока днем. Утром они там жили, лечились, приходили родители, тоже с ними жили. 18 дней, 15. Утром. Дети строители. Завтра, да. Три блюда. Три. Чай, хлеб с маслом. Чай, да. Как? Мясо. Что там, сметана, творог, еще что-то. Я не мог кушать, ты что, я чуть-чуть съедал, у меня сил не было. В обед. До обеда конфеты, шоколадки, мармеладки перекусить. После обеда опять, и у меня вот печенье, вот такие ящики были. Я и родственникам раздавал, и детям раздавал, блин, всем раздавал. Не хотели. Вот так нас кормили. Плохо при социализме жили. Плохо. Очень. Очень. Вот я въездил в лагерь на 18 дней, я ничего не платил. Вот плохо жил. Три раза слушал. Море. Бесплатно. Тренируйся. Езди на соревнования. Бесплатно. Ну, плохо жили. Социализм. Вот очень плохо. Очень. Кимоно каждый год давали. Бесплатно. Почему-то. Не хотели, чтобы деньги платить. Почему? Не знаю. Социализм. Очень плохо. Очень плохо. Страшно. Учился бесплатно. Я в школе ни одного 25 бонус никому не дал. Все дополнительные занятия нас заставляли оставаться. Я сбегал с этих занятий. Так, химия, физика. Бесплатно. И мы деньги не платили. Мы не знали, что можно деньги заплатить. Единственное, что мы собирались, это на день рождения. Цветы дарили. А учителя даже конфеты брать не хотели. Мы в основном цветы дарили. Все. Почему? Я не знаю. Чем? Это бесплатно. Хотели заплатить, не разрешали. Не то, что не разрешали, мы даже об этом не думали. В институте тоже все бесплатно. Я не знаю, мы очень плохо жили. Очень. Вот я открывал холодильник, у меня было, значит, 3 килограмма помидоров. 3 килограмма огурцов, колбаса килограмм, вот такая молочная, 23 цивиц, мясо, ну мне лень было что-то делать. У меня было там молоко, кефир, творог, все что хочешь. Я захотел, блин, жрать нечего. Ну нечего жрать, опять это яичница, потому что лень было самому. И вот он, оп, нарулил тебе яичницу, сделал этот салат, сделал, пожрал, блин, хорошо. Но мясо не пожрал. А когда я тренировался, у нас был талон вот, на республику, да? Ты попал в сборную цель. И ты на республику в сбор 17 дней. Тебе дают по 3,50. Что на них можно купить? За 1 рубль я шел в Патрия, и там рядом сейчас снесли, там рядом. Значит, я брал первое, второе, третье, четвертое, пятое. Гарнир с мясом, антрикот назывался, салатика три, смешал со сметаночкой, три этих самых, как они, мне еще оставалось, я ходил потом вниз, уже не мог просто ходить, брал шоколадки, блин, и в школе раздал. Ну, мне дали там 5-6 талонов, мне лень было ходить туда, я пошел, значит, пошел, говорю, дайте мне деньги, она говорит, деньги не даю. Ага. Ну, дайте шоколадки. Вот такие шоколадки у нас были по 20 копеек. Полный портфель у меня был. Я пришел в школу.